Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре пройдет профессиональный турнир по боям без правил. Самара в январе 2016 года организует впервые профессиональный турнир по смешанным единоборствам. Звезда бойцовского праздника – спортсмен 63-го региона Рамис Терегулов. Чемпион Европы по панкратиону встретится с представителем Франции Буакаром Балде. Перед главным поединком публику будут разогревать бои, так называемые «стенка на стенку». Сборная России против сборной Казахстана. Здесь представлена элита, призеры и чемпионы мира. И данное мероприятие рассчитано на поднятие нашего самарского панкратиона. Мы выявим звезд турнира, и наиболее харизматичные будут участвовать. То есть те люди, которые либо технически подавляют, либо у них присутствует какая-то эмоциональный компонент, который позволяет им побеждать. Молодежь оторвать от компьютеров, от бутылок с алкоголем. И привести их в зал, и чтобы они приходили, смотрели, занимались спортом. Это основная задача наша. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.